Добрый день. Сегодня мы говорим опять о томатах. Это томат сорта черри Розелла. Плоды завязываются без пропусков. Очень вкусные, сладкие, с небольшой кислинкой. Напоминают какие-то экзотические фрукты. И посмотрите, куст мощный. Вот такие просто обалденные помидорки и до самого верха, и все еще цветут. Прекрасный томат, обязательно будем сажать. Очень понравился. Семена покупали у коллекционеров, у Нины в Инстаграм. Итак, сорт Розелла. Замечательный сорт.